Александр Юрьевич, соперник «Металлурга» по полуфиналу команда «Химик», что можно по ней сказать? Ну, очень быстрая, мастеровитая команда. Сейчас она усилилась, можно так сказать, да, игроками и первой команды. Я думаю, с молодежной, да, командой кто-то там, перспективные ребята зашли. Поэтому там собраны, наверное, самые лучшие из вертикали «Спартака». Ну, мы будем готовиться, дадим бой. Как считаете, правильно ли сказать, что «Химик» образца конца регулярного чемпионата и «Химик» в плей-офф, когда к ним присоединились Заседа, Талалуев и сейчас наверняка появится еще и Свечков, это, можно сказать, разные команды? Ну, я думаю, что, наверное, так нельзя сказать. Все равно какой-то стиль он прослеживается по ходу сезона. Конечно, эти ребята усилят «Химик». Ну, я думаю, что стиль, он сохранится. По количеству заброшенных шайб, по среднему их числу, «Химик» сейчас лидирует в розыгрыше Кубка Петрова. Что можно сказать, в принципе, по стилю игры этой команды? Насколько он сильно разнится с тем же, что было у «Сканевы» и «Горняка»? Ну, они, наверное, много забивали в регулярном чемпионате, поэтому, ну, здесь все это прослеживается и сейчас в плей-офф. Ну, наверное, более по мастеровите, наверное, да, там все-таки в «Горняке», в «СКА» преобладали более, ну, молодые ребята, да, средний возраст, наверное, был поменьше. А здесь более такие опытные, уже поигравшие ребята. Ну, наверное, в этом их такое вот преимущество перед этими командами. Что можно сказать по тренировочному процессу «Металлурга»? Как проходила подготовка к этой серии? Все ли по плану? Все по плану, все так же, как и в предыдущей серии. Готовимся, разбираем соперника, делаем подводящие упражнения. Поэтому все то же самое. По настрою никаких вопросов нет? Нет, все ребята понимают, да, за что бьются. Поэтому здесь, наверное, дополнительно даже настраивать не надо. Все и так все прекрасно понимают. С настроем все хорошо. Что касается функционального состояния команды, физической готовности, насколько оно хорошее? Потому что, если посмотреть статистику, «Металлург» по третьим периодам в розыгрыше Кубка Петрова занимает первое место. Получается, у команды хорошее движение, и она, наверное, сохранит его на серию с «Химиком»? Ну, я думаю, не открою секрет, что мы на протяжении всего сезона и Кубка мы готовимся также к каждой игре, выполняем свой план, да, нагрузок. Поэтому подводим ребят к этим играм и надеемся, что, да, физическое состояние нам позволит также, да, работать независимо, да, сколько там будет, три периода или будут овертаймы. Стараемся ребят подвести в полную готовность.